Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Авитек и КМП объединят к началу 2021 года. Об этом заявил гендиректор завода Авитек и Кировского машиностроительного предприятия Александр Иванов в интервью радиостанции «Звезда». По его словам, решение принималось на уровне правительства России и концерна «Алмаз-Антей». Потому что после открытия Кировского машиностроительного предприятия начало подготовку производства и вплотную столкнулось с тем, что все процессы, которые планировалось начинать на Авитеке, должны были заканчиваться на Кировском машиностроительном предприятии. Так как те процессы технологические, которые имелись на Авитеке, на Кировском машиностроительном предприятии, они не строились. У нас очень большие задачи. Завод обеспечен государственными контрактами до 2027 года, экспортными контрактами обеспечен на 3 года вперед. Решено, что объединенное предприятие будет называться «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек». Иванов ожидает, что процедура завершится в начале следующего года. Программа «Экономика». Кировские депутаты попросят Мишустина и Володина продлить ЕНВД. С 2021 года действие этого налогового режима в стране планируют отменить. Продлить до 2025 года его существование уже предложила Госдуме «Справедливая Россия». Депутат УЗС от этой партии Павел Дорофеев предложил кировским депутатам поддержать инициативу. Прозвучало несколько мнений против. В частности, депутаты ссылались на то, что лучше поддержать федеральный законопроект, когда его примут в первом чтении и пришлют в регион для одобрения. Но все же инициатива Дорофеева обратиться с письмом в Госдуму прошла. А спикер УЗС Владимир Бакин после голосования тихо добавил: еще аукнется нам это. Экономика на 101 FM. Кировским представителям индустрии моды расскажут, как можно развиваться в посткарантинное время. 30 сентября пройдет онлайн-конференция для представителей индустрии моды и легкой промышленности. Ее проводит Институт развития индустрии моды Be In Open, Вятская торгово-промышленная палата, Кировское отделение Союза дизайнеров. Слушателям расскажут, что происходит в моде в мире и в стране, а также о программе акселерации брендов, поддержанной Минпромторгом. Это цикл образовательных событий и методика работы по развитию конкурентоспособных брендов. Участники смогут обсудить изменения бизнес-процессов, риски и возможности для расширения. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Экономика. В завершение о валютах на сегодня: доллар 76.82, курс евро 89.66. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.